Всем привет! Мы вышли гулять. Дождик то идет, то не идет, но мы все равно. Мы приехали, значит, мы будем гулять. Вот, возможно, после обеда будет солнышко, мы очень надеемся. Мы хотим еще полетать на дроне, чтобы заснять эту всю красоту в Карловых Варах. Сверху. Ну, посмотрим, получится или нет. Карловы Вары – курортный город Чехии, расположен в месте слияния рек Огржа, Рлава и Тепно. Город был заснован Карлом IV в 1358 году. Именно река Тепло протекает через Карловы Вары, которые уютно расположились по обеим ее берегам. Свое название Тепло река получила из-за своей необычно теплой воды. Река не замерзает зимой. Но вроде бы дождя нету, мы решили полетать. Посмотрим, что с этого получится. Дождь начал опять идти. Ну, пока еще вижу дрон. Поднялся на 150 метров? Угу. Город Карловы Вары – очень красивый и романтичный город. Если кто побывал один раз, хочется возвращаться еще и еще. В нем царит своя атмосфера. Обычно в Карловых Варах людей много, но сейчас такая погода, возможно, поэтому мало гуляет людей. Мы были несколько раз, Олег много раз был, я это третий раз.
Карловых Варах много отелей, лечебниц, ресторанов, магазинов с сувенирами и других заведений, то есть все-все то, что нужно для туристов и отдыхающих. Какая красота, вот так посидеть себе на лавочке, ни о чем не думать, с чашечкой кофе на свежем воздухе. Прелесть. По всему городку экскурсии. Людей, оказывается, здесь тоже и в дождь много. Идем наверх, будем снимать сверху. Там откроется очень красивая панорама. Хорошее кардио. Идем. Настоящий отдых. Ты быстрее меня ходишь. Поснимали немного панорамы города сверху. Город настолько впечатляет своей красотой, что хочется фотографировать и снимать еще и еще. В летний период в центре города вдоль реки ставят пальмы, посаженные в большие горшки. А еще везде стоят под такие симпатичные белые скамейки, чтобы, нагулявшись вдоволь, можно было посидеть, отдохнуть, помечтать и просто расслабиться. Ну а если вы желаете понаслаждаться красотой Карловых Вар, прокатившись в карете, всегда пожалуйста. Гулявшись вдоволь после экскурсии, если вы вдруг устали и проголодались, вы можете всегда присесть где-то в уютном ресторанчике. Но главная ценность Карловых Вар – это, конечно же, источники. Их всего 14. Каждый источник имеет свое название, температуру и номер. Это рыночная колоннада. Здесь находятся источники 2. Называется Карла IV и 5 рыночный. Эта колоннада называется Млынска.
Здесь находится большинство источников: Мельничный, Русалочи, Князева Слава, Лягушин, Скальный. Справа виден один из них. Все источники расположены вдоль колоннады. А вот в этой симпатичной белой беседке находится источник номер 11. Называется Свобода. Каждый источник минеральной воды имеет свою температуру. Температура от 30 до 70 градусов. Садовая колоннада. Здесь находится источник номер 14. Змеиный. Почему змеиный? Потому что фонтан в виде змеи. Мы погуляли и решили записать еще Свободу. Так что приглашаю вас танцевать вместе со мной. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now sing. Ссылку на самому я оставлю под этим видео. Танцуйте вместе со мной. Так, я хотел еще взять. Торт Марлен. Возьмем вкусняшку на завтрак. Вот есть такой Марлен, смотри. Хочешь Марлен? Давай попробуем. Что за фигня, да? Мы не едим каждый день сладкое, раз себе посмотрим. Возьмем? Возьмем, гулять так гулять. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, как без этого жить, а? Такая вот красотища, вкуснотища. Я сейчас съем. Ребята, мы пообедали, опять вышли в свет. День прошел очень плодотворно. Мы с Витой сняли очень много видеоматериала, таймлапс, летали два раза на дроне. Сейчас хотим еще раз взлететь, у нас был аккумулятор. Каждый раз приходилось бегать домой, заряжать, потому что у нас нет запасных аккумуляторов. И скажу, ребята, что в путешествии это ужасно, не хватает, когда один аккумулятор, и приходится периодически возвращаться домой, чтобы подзарядиться, да? Вот поэтому я рекомендую, мы рекомендуем обязательно потратить немножко денег и приобретите парочку запасных аккумуляторов, и не пожалеете. Вот, в целом нам повезло как бы с погодой, и не повезло с погодой, потому что мы сняли и бурю, и ураган, и дождь, и с грозой. И вот сегодня такой очень классный, спокойный вечер. Тихо, люди вышли на улицу, спокойно, тепло, такое умиротворение. Люди гуляют, отдыхают. Мы тоже встретились сегодня с хозяином квартиры. Нам разрешили остаться еще завтра до 16 часов. Поэтому мы продолжим. Обычно до 11 где-то, да? Да. Поэтому мы продолжим завтра съемку. Снимем еще что-нибудь красивенькое. Мы находимся в самом центре Карлухварх. То есть там, где историческое. Все находится, все здания исторические, минеральные источники, лечебницы, мотели, гостиницы. Давайте посмотрим, увидим ли мы наши Карлухвары. Надпись вот за нами, не знаю, наверное, видно, нет, не знаю. Сзади нас вот находится здание, да, и там можно попить, там несколько источников минеральной воды, начиная, по-моему, от 70 градусов, и дальше идет 50, 60, 30 градусов. Я точно не могу
сказать, я там был пару раз всего, и поэтому я не помню точные цифры. Можете сами приехать и посмотреть, да? Ну все, на этом такая маленькая наше интервью закончено, да? Остаемся на связи, ребята. Я за тобой не успеваю. Смотри, как тут красотища. Мы решили еще чашечку купить для воды. У нас была, я разбила. Мы сейчас поднялись, смотри, какая красота. Тут супер вообще. Да, да. Спасибо вам. До свидания. Удачи вам. До свидания. До свидания. За ваше здоровье, господа. Горячая водичка, да? Выпила 100 грамм и помолодела на 100 лет. Да, уже помолодела. Если бы было так. Да. Мне не надо на 100, но так на 10. Вот такая бутылочка. Выпил и упал. Ладно, шучу. Вита решила угостить меня шампанским и фруктом. Вот такое сегодня у нас завершение дня. Спасибо, друзья, за просмотр. Следующее счастье будет продолжение о нашей поездке в Карловы Вары. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. До новых встреч!